Валентина Ипполитовича Купного, которого многие словачане знают как директор объекта укрытия, 2 мая юбилей. Ему исполнилось 85 лет. И, конечно, в столь солидном возрасте есть что вспомнить. Накануне юбилея мы встретились и немного пообщались. Он рассказал, что практически всю жизнь был связан с атомной энергетикой, и авария на Чернобыльской атомной станции была поворотным событием, которое во многом изменило его жизнь. В то время он работал на Запорожской АЭС, и в Энергодар приехало около 1000 эвакуированных припечан. И куда их селить? Как их селить? А знаешь, вот советская власть, все в стороне. Ну да. Директор АЭС занимается. И расселением директор АЭС занимается. 200 рублей на каждого из них дали. Угу. Вот. Наш персонал одевал их. Вот. Сидел в магазине и одевал. Вот. Поэтому... Ну, а я же с людьми-то не стесняюсь общаться. Вот. И когда у нас уже вот эти поприехали ребята с Припяти, вот, а 3 мая нас собрали в Москве и рассказали, что понятно, что это. Вот. Я вернулся и сразу, ну, сначала, естественно, нашему персоналу рассказал. А потом сказал, соберите-ка этих припечан, вот, я им расскажу. Вот. А с ними-то разговаривал, а там с эксплуатацией не было никого, а, ну, горожане были. Ну, вот. А я с ними разговаривал как с персоналом. Вот. И уже тогда я сразу говорил, причины две – конструкция и персонал. Понятно. Какой вой поднялся. Они написали в ЦК и прочее, приехала комиссия, все эти высшие органы были, ЦК, ВЦСПС, как это, Совет Министров. Одним из самых ярких моментов его жизни была работа руководителем объекта укрытия с 1995 по 2002 год. Мы попросили вспомнить наиболее яркие моменты работы на объекте укрытия. Из такого серьезного, что, ну, СИП, естественно. Вот. Потому что по СИПу, как-то поаккуратнее выразиться, в Украине не все были настроены, и на станции тоже, и в Киеве, не все были настроены на то, чтобы быстрее получить эти гроши. Вот, и быстрее заключить контракты. Вот, потому что, как только СИП вводился в действие, станция останавливалась. Ну, многие не хотели. Вот. Я один из немногих здесь, в Славутиче, вот, которые считают, что слава тебе Богу, что ее остановили. Закрыли. Приходилось, кроме чисто технических вопросов, там хватало их, вот. Вот, заниматься еще вот этим, оно неявное было, оно неявное сопротивление. Ну, у меня тогда статус замдиректора было, поэтому я многое мог уже делать за своей подписью. А вам не жаль, что вы ушли из объекта укрытия? Я не ушел. Ну, вас ушли. Меня убрали. Да, вас ушли. Вот. Как только... Это ж не секрет. Ну. Как только пошли гроши на объект укрытия... Понятно. Вот, а объект укрытия, персонал объекта укрытия... Угу. Вот, я не только про себя говорю, а про персонал, обособленное подразделение... Вот, мы, ну, к рукам не прилипало ничего, и другим не давали прилипать вот, к рукам. Самое главное, вот это. Да. Вот. Поэтому, естественно, меня убрали, объект разогнали. А дальше гостиницы начали строить, еще же. К станции пришли в классе бизнесмены. Вот. И станция в техническом плане, персонал станции деградирует. Вот. И сейчас вот я с удовольствием еще могу общаться с, скажем, начальниками отделов, ну, со средним звеном. Средним звеном, да. А администрация станции деньги.
Увы, его взгляды разделяют не все, а порой его решения были и неожиданными для руководства. Но он всегда умел общаться с людьми, простыми работягами, понимал их проблемы и нужды. Вот мои первые впечатления про объект укрытия. Вот. Во-первых, нет туалетов. Спрашиваю ребята, а как же? Вот. Они мне говорят, так вот, вот ключ, вот у нас один этот толчок есть, вот. Но мы его закрываем, потому что мы убираем. Второе, когда я там полазил, вот, сероводород. А мне очень уважаемый мною человек из МНТЦ вот, начинает объяснять, вот, что да, ну это ж не это, это ядерные реакции идут на топливо, образуется H2S, сероводород этот. Ну, посмеялись. Поэтому вот это первое впечатление. Из этого первого впечатления наши первые действия были на объекте. Значит, мы ввели эту сеть туалетов везде по отметкам. Вот. Питьевую воду подали тоже по всем отметкам. Ну, как было, там единственное, все это восстановить надо было. Дальше, когда в Морзале, там на минус заходил, он был весь залит, сверху слой масла плавал. Вот. Но это кроме того, что это бардак, это и пожароопасно. Откачали масло. Ну, а дальше... Ну, было чем заниматься. Сейчас Валентин Ипполитович ведет активный образ жизни. Несмотря на свой солидный возраст, принимает участие в заседаниях общественного совета города и помогает городским властям решать проблемы Славутича. Участвовал во всех конференциях ИНУДЭКа. А мы пожелали юбиляру прежде всего здоровья и сохранить энергию, которую он обладает до сих пор. 85 – серьезный возраст. А сколько полезных и нужных знаний он имеет. С юбилеем, Валентин Ипполитович!